Всем привет! Сегодня у нас 13 сентября 2015 года. Воскресенье. Время 9:30. Короче, сегодня мне 4:30 пишет Тимур Исмаилов. Я сам из Минска. Приехал в гости к родственникам. Кроме родственников у меня знакомых нету в Москве. Мне было бы интересно с тобой встретиться лично, вживую, и пообщаться. Мои родственники живут, видимо, рядом с тобой. Ну и вопрос, да? Типа, как ты на это смотришь? Я ему пишу, типа, да, я только за. Где-то уже часиков 8, либо в 7. Он пишет, родственники живут на Новых Черемушках. Давай пересечемся на 10 минут. Пишу ему, давай, подъезжай к Беляево, выпьем по бутылочке пивка. Какой вагон, говорит, из центра. Ну, я ему объяснил, в какой выход правильно выйти. Ну и у нас стрелка назначена на 21:30. Сейчас уже время 21:30. А на что-то здесь никого не видно. Сейчас будем искать друг друга. Пересеклись мы с Тимуром. Тимур. Всем привет. Я приехал из Минска и решил встретиться со своим старым товарищем по видео с YouTube, с Игорем Ермоленко, за которого я болею. Очень, всей душой. Очень давно, всей душой. Игорь, такой классный пацан. И вот я, находясь в Москве... Когда мы с тобой еще пересеклись, да, если бы, например, ну, допустим, даже я не снимал бы видео, да? Да. Мы в жизни никогда, прикинь, с Минска, у меня там ни знакомых, ни родственников, ни друзей, там никого нет, не да? Не было. Не было, да, ну, до сегодняшнего дня, конечно. А тут бах, я рад. На самом деле, YouTube, он сбежает людей. Сбежает, YouTube объединяет, так что подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписались, потому что YouTube сбежает. В общем... В общем, ну там смотрите, нажимаю. Ну лишнее я удалил, да и все. В общем, приехал я из Минска в Москву совершенно спонтанно и решил встретиться с Игорем, потому что этого человека я знаю. И no pasaran, все будет хорошо. Будьте в тонусе, несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Красавчик. Классная получилась встреча с Тимуром. Вообще, он дал мне такую крутую обратную связь. Прям вдохновил меня на подвиги. Молодец, красавчик. Девушке Тимура отдельный привет. Как он сказал, она будет в шоке. Она будет реально в шоке. Я спрашиваю Тимура, как зовут девушку, чтобы передать привет-то. Он говорит, так, без имен. Без имен. Вот. Да, я вечером сегодняшним доволен. Думал, буду опять сидеть на кухне, пить чай. А тут бах-бах-бах. Внезапно, негаданно. Получилась интересная встреча с подписчиком. И оказывается, я его знаю, представляете? Он показал мне свой канал. Я вспомнил этот логотип канала. Этот логотип канала я, ну, года два уже замечаю, да, в комментариях на своем канале под сами видео. Ну, в общем, все круто. Тимур, красавчик, отдельно тебе респектос. Давай, удачно тебе доехать во все те места, куда ты планируешь доехать на юге. Вот. На этом все. Всем пока, всем удачи, всем спасибо за внимание. До скорых встреч.